Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля, и мы продолжаем говорить об авторитете отца и взаимоотношениях с врагами. Представьте себе на минуту, насколько мощно это может быть в нашей жизни, когда мы проходим эту школу взаимоотношений с врагами. Если вы сможете выслушать вашего врага, не попытавшись его перебить, если вы не просто попытаетесь послушать вот тот поток слов, который на вас движется, а уже, знаете, само по себе заговорить с врагом, это уже нужно через что-то переступить, это уже достаточно тяжелый шаг. Но если вы сможете выслушать, причем не просто выслушать, а попытаться вникнуть, попытаться понять его аргументацию, попытаться понять, что руководствуется, чем, извините, руководствуется этот человек, что его мотивирует, почему он так поступает, то вы можете выслушать абсолютно любого человека. У вас появится способность быть тем, кто понимает сущность вещей. И вот тем самым враги, они учат нас быть терпеливыми, вдумчивыми и не делать поспешных выводов. Они, как никто другой, помогают нам в этом. У них есть особое вот это, знаете, помазание. Они постоянно будут перепрыгивать с темы на тему, придумывать все новые и новые аргументы. Но если вы научитесь их слушать, то вы будете самым потрясающим слушателем, который вообще возможен. Вы сможете выслушать и понять абсолютно любого человека.